Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс Челомей изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Отвали, перчатка, сам знаю. Я тут не впервые. Мы успеем на выступление? Еще и время останется. Потом на аттракцион исходим. Город Челомей расположен на платформе Икар. Передовое достижение науки. Платформа Икар была запущена в 1950 году. Тут живут и работают самые светлые умы со всех СССР, включая германскую. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Газировки не желаете? С удовольствием. Опять сипуха в дереве застряла. Всегда веселюсь, когда вижу. Навигационная система роботов непрерывно совершенствуется. Заметно. Погода прекрасная. Красота. Что с твоими машинами, Андрей Михайлович? Че они у тебя разбегали? Совсем Вовчиков распустил. Поломались они с утра, что ли? Третьего нас особенно сбоит. Мне фасады красить к празднику, а они вон что исполняют. Дай только вот управление. Я настрою. А ну, держи свинку. О, спасибо, бабуль. Код 0451. Так, давай-ка. Построились. И ну работать. Ух ты! Получается! Спасибо большое! С праздником вас! Доброе утро, сынок. Добрый. Как? Иначе быть и не... Так то... Сейчас отправляйся. Вас понял. Товарищ майор, вам надлежит прибыть в лабораторию. В воздушном порту вас ожидает автомобиль «Турбина». Вам все понятно? Понятно, не занудство. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, зануд. Неплохо железка исполняет. Хорошая координация. Вы похвалили робота? Я удивлен. Это потому, что он не лезет ко мне со своими советами. Убило.
Уже в этот... Товарищи, дорогие товарищи, уже сегодня вам пройти в полимерезе. Проходите к мемориалу на экскурсию. Столько счастливых и благополучных людей на улице, как в Китае. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Ну, в Китае, может, и нет. Предприятие 3826 располагается не так далеко от земли Союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят, там красиво. Не врут. Вы прошли всю войну, товарищ майор. Вы что-то вспомнили? Ой, ни хрена не помню. После того ранения ни черта не могу вспомнить. Вертится что-то в голове, а что, не понять. Ебучие пироги, блядь. Побирайте выражение, мы в общественном месте. Да пошел ты. Здравия желаю, майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор! С праздником, с днем рождения коллектива! Угу, я безмерно рад. К делу, у меня мало времени. Разумеется. Перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова «Полимерное просвещение». Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Окстись, дочь моя! Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени. Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас задерживать. Дорогие товарищи! Напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Здравствуйте, дорогие товарищи! Я Юрий Сеченов, это предприятие 3826. Добро пожаловать в будущее! Сегодня мы с вами стоим на пороге величайшего события в истории человечества. Всего товарищ майор, проходите в холл высоты. Это удивительного и невероятного эволюционного скачка, который полностью изменит весь мир, столь привычный нам с рождения. И это не просто красивые слова. Вы видите, как изменился... Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже подана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, натюрн. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво здесь. Наш лифт только что прибыл. Высокой науке.
частью коллектива 2.0, ибо самая важная его часть – это люди. Высокоразумные индивиды, объединившиеся в единый могучий разум, не знающий никаких преград. Именно благодаря этому устройству вы сможете отдавать роботам мысленные команды, изучать науки за феноменально короткое время, иметь доступ ко всем знаниям человечества и, конечно же, приумножать их собственными открытиями. Больше не нужны пульты управления, громоздкое оборудование связи, магнитофоны, бумажные электронные записные книжки и прочее. Вот это размах! Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался.